Короче, в общем, все просто, дуже просто. Мы еще даже не начинали воевать, я имею в виду украинцев. Мы только разогрелись. У нас желающих воевать больше, чем, собственно говоря, наша армия в состоянии вместить. Поэтому всем, кто хочет прийти и сделать нам каку, советуем хорошо подумать. Тех, у кого нету мозгов, так как это у москалей сейчас, да, и у Путина, добро пожаловать в Украину. Ну, только давайте уже так, по-человечески, прихватывайте сразу с собой пакеты, потому что у нас с ними дефицит. Да, и раскладаются вони долго. Мы не хотим вас убивать, но нам придется это делать. И причем каждый из нас делать будет это с удовольствием. За наших женщин, за наших детей, за наши города, за наше государство. Слава Украине! Героям слава!